Ребята, привет! Мы находимся в Walmart'е. Это в Америке очень крупный супермаркет. Здесь очень дешевые цены. И здесь можно купить все, что пожелаете. Очень большой выбор продуктов. Вот сейчас очень большой выбор бытовой химии. Дальше товары для туризма. Личные вещи. Вот на таких штучках перемещаются, кому неохота ходить. Также выбор одежды представлен очень большим ассортиментом. Мужской, женской, детской. И цены, смотрите, $9 вот за такую кофточку. То есть вполне разумный прайс. Со скидками можно 3,88 купить. А клиренс, тут вообще все по дешевке. Я сейчас попробую показать как можно больше. Очень много джинсов. Это мы сейчас в мужской отдел зашли. Следующее. Много средств гигиены. Подгузники разные. Товары для детей. Чистящие средства. А тут, смотрите, детский отдел. О, пойдемте. Мой любимый отдел. Животные. Смотрите, сколько кормов. Больше, чем в товарах для животных. Я вам Pet Market показывала. Лотки. Надо было здесь покупать. Кошачьи лежанки. Корма. И сразу же переходим. Смотрите, тут все. И следующий отдел — это телевизоры. $300. Видите, какой плавный переход из отдела в отдел. А здесь вы можете заказать печать фотографий. Также здесь на паспорт фотографируют. Смотрите, ноутбуки. $300. Это недорого. Для... Надо 189, то есть телефоны. Все по $5. Смотрите, пылесосы. Это белье постельное, коврики. В России был похожий магазин, Метро назывался. Это литература. А здесь все для ремонта. Это электрика.
Вот такой еще лайфхак. Если нельзя снимать, мы, если честно, даже не знаем. Вот тут вот можно прайс проверить. Он сканирует. А мы, если честно, не знаем, можно ли снимать, но если меня спросят, что я делаю, я буду говорить, я разговариваю с друзьями по телефону. Поэтому вот так вот. Но с другой стороны, почему некоторые не разрешают снимать в ихних магазинах? Это же бесплатный промоушен. Смотрите. Кепки. Свечки. Это все для туризма. Смотрите, велосипедики. $94 маленький детский велосипедик. Все для спорта. Монополия, игры. Детских игрушек аж несколько отделов. Тут есть еще продукты. Огромный магазин и магазин адекватных цен. Цены тут вполне приемлемые. Кто рыбак, смотрите, удочки 39,96. Это вот такие вот кресла по $19 для рыбалки. Так, где-то у нас были продукты, тоже в этом же магазине. Смотрите, такие халатики. Даже мебель представлена. Чистящие средства. Так. Тут детское питание. Сейчас я вам покажу немножечко продуктов питания. Тут уже обычный супермаркет. Кола. Чисто американский напиток кола, который в Америке, кстати, не особо любят пить.
Почему-то складывается впечатление, что в Америке едят гамбургеры все подряд и пьют кока-колу. Нет. Какая-то часть населения, да, но это очень маленькая часть. В основном люди здесь на здоровом образе жизни. Спорт, спортзал, ничего сладкого. А кока-колу они больше экспортируют. Вот, ребята, молочка, сыры. Да, мне очень напоминает метро. Магазин метро в России. Ну, просто огромный выбор товара. На ценах особо не останавливаюсь. Я знаю, что тут... тут всегда низкие цены. Вот вкусняшки. Вот это вот мой любимый чизкейк. Так. Sweet pie. Ну, ребята, мы идем на кассу. Вот, посмотрите, очень много фруктов. Смотрите, из необычного тут продают листья кактуса и разные фрукты. Станция уже готовых салатиков. Авокадо тут очень дешевое. Груши, яблоки. Сейчас вам покажу еще ягодки. Сейчас у нас сезон клубники. Ее тут полно. Вишня, виноград. У нас сейчас большой выбор фруктов. Зелень. Фу. А вот можно купить уже нарезанные фруктики. Пожалуйста. Многие на работу такие берут снеки на перекусы. Ну, всем пока, мои дорогие подписчики. Завтра схожу еще в какой-нибудь магазин. Сниму тоже что-нибудь интересненькое.